Янграсын Крым. Пусть звучит Крым. Под таким названием в Доме культуры профсоюзов в Ахмеджите состоялся юбилейный концерт всеми любимого ансамбля «Крым». Гости вечера на протяжении нескольких часов наслаждались лучшими вокально-хореографическими номерами. По словам художественного руководителя коллектива Сервера Кокуры, зрителям был предоставлен золотой фонд, который собирался на протяжении 30 лет. Ve şu konsertten burada bize aitmalı isteğimiz Kırım Tatarlar kim olmalı? Bunlar ne kadar zengin sanatı var. Ve buna dikkat edip ne geldi? Şu yaş nesilde yaşlanmalı. Ve bizden gelen son insanlar bunu devam etsin diye biz onu pek isteğimiz. Şu sanatımız bir saniyede toplamasın. Yaşasın Kırım, yaşasın Kırım ansamblı. Крымско-татарский фольклорный ансамбль «Крым» был создан в 1990 году в Ахмеджите. Все эти годы артисты ансамбля трудились над возрождением искусства и культуры крымских татар. В ансамбле «Крым» работают артисты, глубоко знающие национальный фольклор, владеющие самобытным мастерством исполнения на старинных музыкальных инструментах. В составе коллектива именитые и всенародно любимые артисты: Асия Сали, Юнус Кокура, Ибрагим Ипекчиев, Майе Анафиева, Арсен Бекиров, Сервер Кокура, Рифат Меметов, Алим Куртмеметов и другие. Каждый вносит вклад в развитие крымско-татарского фольклора. Бизим йолбашчыларыбыз сунайта, бу концерт тедавики бу колача, яни илячки бу. Меним үчүн Крым ансамбли эбет бу артист оларак, яни жерчи оларак халкка хизмет этмек, яни өз санатыма, өз жырларыма, бу эбетте Крым татар жырларыбыз халкка көстөрмөк ве жаштарыбызга үйрөтмөк. Эбетте бу эсас вазифем менин ве бүтүн биздин ансамблибиздин. Ансамбль «Крым» по крупицам собирает бесценное музыкальное наследие народа и прилагает все усилия для дальнейшего развития самобытно-вокально-хореографического искусства крымских татар. А своей главной задачей считает воспитание высокой нравственности у подрастающего поколения. Бу концерт, я не кой бир яңылык дегил. Крым ансамбли 30 йылдан берли фаалиетине девам этмекте ве бу 30 йыл ичерисинде эп шу ойыннар, эп шу йырлар, чүнки келечек несилдер эм агравалары, кайтармаларына, чобан ойынларын, явлык ойынларын көрүп биздин усталардан огренмек керекler. Ве менимче бу кеби концертлер олмак керек. Крым ансамбли кечмишнен келечекнин баглайчы бир усулудур. Среди гостей концерта и поклонников ансамбля – люди разных поколений. Крым находит отклик у каждого зрителя. Я очень рад, что попал на этот концерт «Ансамбль Крым». Я люблю из артистов, которые играют на кларнете. Я доволен здесь очень всеми танцами. Я люблю этот концерт. Замечательно. Мне нравится творчество ансамбля «Крым». И вот на юбилей нас пригласили. Мы с удовольствием пришли с семьей. Ну, мы в восторге от всего этого. Счастливы, довольны, честно. Что еще вот есть такие коллективы, которые сохраняют нашу культуру, обычаи. Ну, большое счастье находиться у нас на концерте. Наши концерты крымско-татарские – это что-то нечто. Очень мощные песни. Артисты у нас самые прекрасные. Ну, естественно, музыканты.
Ну, лучшие музыканты собраны именно здесь. Большие такие ощущения, эмоции, прям, ну вот, не передать, когда ты сидишь на таких концертах. Очень хорошее впечатление о концерте. Я попала в наши старинные традиции, услышала песни наши. Я очень довольна, очень благодарна, что продолжаются у нас такие концерты. Впечатления остались замечательные. Фольклорный ансамбль «Крым» много работает для сельского населения Крыма. Выезжает с концертами в отдаленные уголки полуострова. В планах ансамбля, чтобы юбилейную программу «Янгарасын Крым» увидели как можно больше зрителей. Мана планлар ирдаим йылдан йылга айны, не дейм, шу жанлы шекілінде ирбір койге шу программаны кетірмек. Bizim halk, yadigir insanlar eşitsinler, andasınlar. Ne kadar bana şu halkın zengin bir sanatı var. Müzik